малазийский Боинг 777, пропавший более 2,5 лет назад, снижался с высокой скоростью и не готовился к посадке перед предполагаемым падением. Такой вывод сделало Австралийское бюро по безопасности на транспорте, ведущее расследование. Эту теорию подтверждает анализ найденного обломка закрылка. По мнению специалистов, он не был выпущен во время снижения лайнера. Самолет не был настроен на посадку или посадку на воду. Управлял ли кто-то лайнером, выводы делаете сами. Но последние анализы указывают на то, что снижение происходило с высокой нарастающей скоростью. Глава Министерства инфраструктуры и транспорта Австралии заявил, что группа экспертов продолжит изучать все имеющиеся данные о пропавшем малазийском лайнере. Мы по-прежнему надеемся, что ведем поиски в правильном направлении. И это подтверждает доклад, выпущенный сегодня. Австралия ведет расследование совместно с Малайзией и Китаем. Напомним, лайнер, следовавший рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, отклонился от курса и пропал с экранов радаров 8 марта 2014 года. На его борту находилось 239 человек, в основном китайцы. Их признали погибшими в январе прошлого года. Поиски самолета идут в Индийском океане у западных берегов Австралии. Их планировали завершить к концу этого года, но из-за плохой погоды они продлятся на 2 месяца дольше.